Спасибо за ночлег. Не понял. Понял. О, здрасте. А вы мистер Грейвс? Нет. Нет, вы не мистер Грейвс. Мы вчера с тобой виделись. Да виделись, я со всем городом вижусь. Мне мистер Грейвс нужен. Не проходил тут? Нет, нет. Ладно, я пойду дальше поищу. Бывай. До свидания. Ой. Да. Во.7-7 за все там, из-за револьвера и за прочее. Добрый день. Добрый. Давайте. Ну да, это больше похоже на выставили за. Ну привет. По. О. Да. Калтер, я немножко задержался. Выставили за Биг Вилли. День добрый. Ладно, я не совсем не выспалась. Стрелочка. Спасибо.
Вот примерно вон там. Вот здесь. А, я... Ага, все, понятно. Я забыл, правда, я, кажется, что ты хотел что вчера. А, в Калтах развиваешься? В картах, да. Вот. Думаю, можно сказать, уже и разобрались практически. Ну да. Уверены? Ну да. Да, мы сравнили и все сходится. Так, по, вот твоя карта. Здравствуйте. Добрый день. У вас и есть что-нибудь сладкое, спиртное и теперь... желательно цитрусовое? Все вместе? Можно порознь, но если есть вместе, я бы, наверное, отведал. Я просто вот так перечислять, я такой думаю, так, алкогольный, цитрусовых, и он достаточно должен быть сладким. Ну, только какой-то ликер или местного производства. Нет, смотрите, могу порекомендовать вам вишневый пирог или яблочный, в качестве сладкого, или блинчики с джемом. Но лучше, конечно, будет вишневый пирог. Он обалденный получается, он достаточно сладкий. Да, мне без разницы. Хотя нет, не без разницы, еще раз. Вишневый пирог? Вишневый пирог, да. Пальчики оближешь. Есть черничный пирог, есть апельсиновый. Вот, лимонный. Апельсиновый? Не, я говорился. Есть лимонный, есть черничный, есть яблоки. И вишня. Там, где есть лимон, в общем. Там, где есть лимон, хорошо. Из алкоголя ром, бурбон, да, джин. Конечно, ром. Почему я не удержу? Сейчас. Я думаю, по карте тоже найду. Что-то из фруктов, да, я так понял, просто? Да нет, пирога хватит. Хорошо. Да, понятно, это точно будет. $10. Месье Райте, на вас лица буквально нет. Что сюда случилось? Приятного отдыха. И вам. В порядке. Поработаю, потом пойду отдыхать. А как вы хотите отдохнуть, месье Райте? Ну, так что вот навсегда вот. Хорошо. Да, вы уже высказали свою мысль на бумаге, как вы хотите отдохнуть. А это, кстати, это роман. Да что вы. Я же сюда и приехал написать роман, а что-то замотался и совсем забыл про это. Сколько пунктов в этом списке у вас? Что она будет думать, что не приехал, что из-за дел или что там еще какие-то причины? Это тут очень какой-то сложный вопрос получается. Либо... чтобы она была злая, либо чтобы была грустная. Ну, мне кажется, она может даже и сорваться, и поехать обратно. Да, я, наверное, так и сделаю. Блин, они с Соловьёвым вообще будут скрывать это. Что делать?
делаю вариант на себя. После своих себя. Ну да, я тоже, наверное, так думаю. Просто в любом случае к ней будут подходить, когда она вернется, будут говорить соболезнуем. Вот, а мистер Рог говорит, что ему, каждого поправлять, что ли, что соболезнуем. Констанция же не глупая. Она поймет, что что-то не так. Так что стоит. Нет, я имею в виду, вернется, если узнает. А так она вряд ли вернется. А, ну если это... Ну просто они говорили, что вернутся. Ну это если только попозже. Я даже не знаю, что делать. А, в общем, я думаю, я что-нибудь придумаю и все равно сначала поговорю с Ровером. Но это позже. Сейчас мне бы надо скопить немного денег, чтобы самому там обосноваться ненадолго. Просто не человек уже. По поводу. Плата. А, ну и что мы... Что ты делать будешь? Что делать? Вот на месте у нас есть. Как ты не любишь. Конечно, слышал, чтобы мы понимали. Да, что? Что? А, не, ничего. А. Ну ладно, и в итоге так. Ага. Да, я тебя зовут. Понял. Привет, да, привет. Мы уже узнали про людей, которые сюда. Да. Как обычно забыл эту штучку. Ой, привет. Понятно. И, ну, видимо, туда нужно съездить. И когда планирую? А тебе нужен аукцион? Ну так зачем тогда? Чего? Можем хоть сейчас поехать. Вопрос только вдвоем или все-таки больше. Это да. И кого попросим? Нет. Кому? А если не передам? Ну ладно, держи. Люблю ничего. Пошли, познакомлю. А все не познакомлю. Ну. Сейчас вылезли, спасибо. Насчет карты я же не договорил. В общем, судя по тому, что, как мне Крейв сказал, что ты нашел где это место, в общем, если я правильно понимаю, там рядом лагерь. Похоже на то. Как
все совпадает. Ну да, прям то место какое-то. Обзоры там есть, да? Ну, вроде как. Мы там это приедем, скажем, что зачем на свет. Да вроде бы не то, чтобы просто кусок карты и на ней нарисовано всякое. Я тебе еще большую дам карту. Сам сопоставить места. Подожди. Это не полная карта. Обратите внимание на полную. Не единица. Часть. Я с вами тут встану, не помешаю, надеюсь. Не помешается. Вы сдалось мне врач, да? Только сейчас поняли. Да, не врач. Точнее, была я. Но из отсутствия здесь некого доктора Моррисона, я, можно так сказать, могу его заменить. Он не вернется. Понятно. Ну, что-то типа спасаешь жизнь людям. Так это вашу карту тебе не надо, да? Ну, это хорошо, спасать жизнь людям. Не всегда только этого понимают. Женщин врачей воспринимают порой крайне негативно. Ох, сколько я наслышала свой адрес. Что женщина не может быть врачом? Шарлатанка? Ну, я всегда с лопатой. Очевидный бред. Женщина может лечить людей, особенно мужчин. Ну, мне кажется, это люди старых взглядов, наверное, так говорят. И южане в особенности. Возможно. А во Франции, я так понимаю, с этим полегче. Никчет. А да? Там еще более консервативные взгляды. Как же было несложно учиться тогда. Сложно. Единственная девушка в группе. Роджер, а можно это? Ну, зато вы учились и, наверное, хороший специалист.
как оно и есть. А, так, ну, дай мне тогда рагу, а... Послала жизнь немного. Дальше похотела, вот тут невозможное. Ну. А, например, кого? Куда он делся? Как вы думаете, может ли его жить человек с подстреленным насквозь легким? Музыканту можешь завернуть? А, ну, тогда... Наверное, тогда на моем поедем. На моей. Вообще, нет. Человек должен захлебнуться в собственной крови, ближайшей к нему. Нет, не хочешь с нами поехать? В лучших обстоятельствах можно зашить, но... Не факт, что человек выживет. Особенно если ступила пущена была. Человек выжил? Я просто не понимаю, что происходит. Это вообще зашивали легкое, это вы открывали человека, получается? Ой. Ой, наверное, это сложно. Это хирургическая операция. Да, это сложно. Сложнее даже важная ампутация. Ампутация это неприятно. А, что, ну один был похож на какого-то моряка, он наверху, посмотри. Вот же сон. Что-то с миссис Линч, я плохо что-то еду. Добрый день. Сказали. В общем, у нас появился... Да, да, конечно, добрый. Что? Ну, мы познакомились. Что дальше? Молодцы. Ну да, я сюда подсказал. На него с коней не шел. Может, имя назоветесь? Вот, я и... А, да, точно. Велиус Грейс. Могильщик. Вас какой-то паренек бегает, ищет. Да, он меня уже нашел. А? Ну вот. Блин, просто я забыл, что у него тоже коня нет. У кого? Да у него. А, ну так, ты говорил, подожди. Конь стоит около $11. Тебе подошел по цене, вот это если нормально. Сказал, хочешь быть. Ну, стало быть, они у меня и есть. Ты согласился? Ну да. А, ну, в конюшню сходите. Там мисс Холпс пригласите. Холл. А если он сейчас ограбит? Так а кому конь? Может, это беспредельник такой, грабежами занимается. Втирается в доверие, а потом в дом очищает. Ты не думал об этом? Так... Думал, но вроде нет. Мы вдвоем едем или... Ну, вдвоем. А желательно. А как вместе с... Желательно? Ну, не знаю, там опасно, наверное. Ну, я не спросил, в годе это можно у нас это... Будет... Возле индейцев, там дикие места. Не желаете с нами съездить, если лошадь успеете приобрести? А, ну, если это опасно, то я не знаю, а какой смысл в этом? Да, опасность в плане, не знаю, дикие звери. А, у меня всего одна пуля. И не самый продвинутый мушкет. Мушкет? Да, я где-то потерял свой вулканик. Вы теперь родитель? Но мне не хватит на револьвер и коня. Либо конь, либо револьвер. Когда буду хорошим отцом, когда можно быть поздравлен? Ну понятно, понятно. Нет, просто то, что ты сделал, это достаточно мило. Ну ладно. Чё взять? Так а что там? Куда там и зачем? Спасибо, это большое. Та карта или что? Я ем. Yes, вот, а yes. Это лучше у него спросить. Mm-hmm. Кстати, вкусно, по. Ну ладно. Чего? Еда вкусная. Ладно, ладно. Помогает
мистер По, так а что там, mm-hmm. куда там и зачем эта карта какая-то? У меня есть в этом мост. А, да, там лагерь какой-то был. В общем, плавели к нам. Вообще, она от ожогов. Ну, если ну, очень осторожно, то на коже тоже можно? Помогает. Ну, можно, да. Это вообще нахмально, что человек по холоду ходит в таком виде? Да. Ну что? Готов? Я флягу только наберу. Ну, я-то готов. Вроде бы лошади у человека нет. А я еще бакалейный куплю. Вот моя лошадь, если что. Чего взять в дорогу? Консервов? Консервов, да. Какие-нибудь разные или одними ананасами обойдемся? Да, не знаю. Разный мус. Ладно. Хотя все ходили с белыми этими повязками на голове. А вам стоит сходить и лошадь приобрести. Чтобы уж, так сказать, ладно. Времени не терять. Сэр, сэр. Угу. Давайте, ну, скрестим шпаги, получается. Все. Дуэль, в смысле? Да. Это же плохо закончится. Для кого? Для кого-нибудь. Нет, должно закончиться плохо для меня, так что давайте. А зачем мне эти проблемы? Не будет проблем, все будет честно. Я совсем вас не понимаю, зачем мне дуэль, еще к тому же у вас за спиной? Ладно, жандарм. Можете, кстати, давайте я тогда отвернусь, вот, и просто, кстати, давайте. Начинаем дуэль. Вы совсем не умели? Может, вы не будете этого делать? У него совсем не все дома. Есть немного. У меня, да, у меня миссис Токер уехала, вот. Мы тоже уезжаем. Все это имели в виду ваш разум. Надеюсь, потом еще переговорим. Какой день недели? Сейчас охумление будет, все вот это вот. Ладно, до конюшни. Да. Смотрю, у вас на поясе лассо полезная вещь. Mm-hmm. Его тут же приобрести или где? Ой, я даже не помню. Ну, не здесь, не здесь. Где-то приобрести можно. Оу. Да, да. Ой. Привет. Привет. Тут человек коня хотел приобрести, наконец-то. Мне сказали, $11 хватит. Ну, для простых, да, естественно. Отлично. Сейчас я покажу, в каких они стоилах, а в остальном я бы посоветовала немного позже зайти. Пошли. Здесь можете выбрать из тех, какие есть. Там сейчас и Морганы, и Кентукки недавно подвезли. Документы я чуть-чуть попозже оформлю. Блейс.
Я. Ты бы выехал? Что? Из коню с него, это? Да-да-да. Сейчас объеду. Тогда я с другого входа и туда. Угу. Я думал, тут не так это людно. Ой, а вы что, пират? Нет, я капитан. Пират. Капитан Грег Доу. Пират. Я не пират, я капитан Грег Доу. Ну, похоже на пирата. На цыгана больше похож. Похожих на кого-то людей я не делают их таковыми. А мне специально собой закрываешь, чтобы защитить от пирата? Скорее его от тебя. Я что, похож на того, кто может кого-то убить? Ты никого не убивал? Только крыс. Он же не крыса. Ну, вспомни. Да не, не похож. А хотя эти усики. Или это не усики. Не могу понять. Это грязь какая-то. Ну или грязь. А зачем вы лицо намазали? Это не грязь, это усы. У меня до вчерашнего утра еще была интересная борода, пока ее не сгрыз вот моего енот. Отца борода. А у вас грязь. В смысле? Это не грязь, мол. А что? Это вот когда волосы начинают расти, они вот так вот выглядят. А потом уже борода появляется. Да, у тебя так же будет. Подожди, стоп, я правильно слышу, что еноты сгрызли бороду? Да. Не грызли. Кошмар. Я был пьяный, я спал. А эта сволочь подкралась и ночью сгрыз мне две косички, что у меня были на бороде. Он, наверное, был голодный. Может стоять? Ой, ничего себе. Мо, ты чего? Ну, это конь хотел убежать. Ты умеешь их это? Что? Ну, успокаивайся. Ну, он же просто хотел убежать. Так что? А секунду. Нужно его это... Так вы все-таки пират. Седло купите и так далее. Пират? Вы пират? Я капитан Грег Доу. Все пираты так говорят. Все... Да, я, пожалуй, тоже. Все пираты говорят, что они капитан или чего? Ну да. Я не знаю, из-за этого. Жука на... Ой! Думал, это же что? Что случилось? Может догнать его? Thank you.
Нам сначала на стройку. Там Пой ввязался в разборки. Не мудрено, там у людей довольно-таки злой норов. Видимо, им не доплачивают. Да нет, там, по-моему, не с самими этими. Может, и с самими, я так и не понял. Там мужик какой-то за ребенком гнался. Говорит, что своровал. Подождем. Да. Вы сами как местный, не местный? Совсем не местный. Какими судьбами? Но когда-то я тут бывал. У меня тут есть дельца. Я, кстати говоря, вот о этих кладах, что у вас там за карта, у меня что-то подобное. Здесь должен быть тайник. Понятно. И даже не один. И чтобы собрать денег на новый корабль, коль уж минувший разбит в дребезги, мне нужно либо денег на материалы и команду, либо просто денег на новый корабль. И много там надо на такие... На это все. Ну, да. Вообразите себе. Понятно. 30 человек кормить, по меньшей мере. Ну, 15, ладно. В зависимости от судна. И само судно. Я, конечно, мог бы и сам начать его делать, но это очень-очень много работы, времени и, ну, тоже денег. К тому же, с двигателем никакого обращения. Чё там они разорали? Сейчас надо мне. Да. Вроде бы ничего интересного. Знаете, случайно, где Флорида? Знаю. Далеко. На другом конце континента. Ну да, далеко. А на кой вам в итоге-то корабль? Что вы с ним делать будете?
как и раньше, бороздить морями. Ну вот закончится у вас деньги кормить 30 человек, а дальше? Мы же не просто так бороздим, вдоль и поперек. Мы дела делаем. Ну, тоже верно. Одному порту поставить, в другой порт. Кого-нибудь отбуксировать. Кого-нибудь переправить. Что я-то в этом мало чего понимаю. У меня работа простая, закопал. И все. Я отбегу, возьму что-нибудь в бакалейной лавке. Да, отбегу. Конечно. Гляну, что там у них. А налейте кофе. Да, конечно. $0.45. Мистер? Да-да, я никак не могу нащупать эти деньги. Вот-вот. Да черт, сейчас. Можешь вам глаза прикрыть? В общем, вот. Есть? Давайте так.
Джон. Все, по коням. Вы очень неспешны. Ну да. Не страшно, я подстроюсь под вас. Это я еще спешу. Mm-hmm. Побыстрее плащ забрать с коня. А к чему же тогда такая расторопность? Я имею в виду вообще про вашу жизненную позицию, я так понимаю. Я все равно еще не понимаю. Мистер По, вы здесь останетесь, да? Нет, он с нами поедет. Мы же как-то по его делу едем. Только ты это говори дорогу хотя бы. Я? Ну да, у тебя же карта. Ну интересно, конечно, определили, где это находится, мне ничего не показали. Ну, хотя до индейцев. До индейцев я знаю, когда я. Смотри, у тебя же обе карты, верно? Нет, одна. Твою мать. По. К мистеру Линчу я у него карту возьму. А где он? Кружки? Какие кружки? Я что-то это, погрузился, забываю про чат. Ну, давай поехали к нему. Тебе карту предложили взять. Ты вообще это мимо его, да, тебе? Когда это было? В салуне. Да, да, я знаю, я помню. Я хотел По предложить ей вернуть, но раз уж мы это идем, я лично верну. А где еще карта продается? Да. А у вас калты нету? Текущей местности нет, а какая-то своя есть. А, понял. Точно в хирургии. Ну, вроде туда засел. С этим. Со своим. А зубом. В салуне ты ни у кого не это? Не можешь попросить? В салуне попросить можешь? Могу. По, не отвлекайся. Я так понимаю, кружку же вам вернуть? Желательно. Всего доброго. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты сладкоежка.
Леди, я вас чем-то стеснил? Вы хотели что-то спросить у гробовщика? Думаю, нет. Она так подошла, в упор на вас посмотрела и ушла. Может быть, не знаю, напомнил кого-то. Блять, да куда? Мне это вымораживать начинает. Ты взял карту? Да. Молодец. Дай-ка мне эти два листочка. Хотя нет, дай-ка лучше обычную карту, я тебе покажу просто куда нужно ехать. То я, знаешь, не могу два дела сразу делать. Запомнил? Mm-hmm. Можешь даже эти две карты друг на друга положить. Там понятно будет, куда точно надо ехать. Понял, понял. Вы капитан-авантюрист. Да. Согласились с незнакомыми людьми куда-то ехать. А чего у меня красть? У меня ничего нет. Я же говорю, у меня даже пуль про запас не имеется. А у вас там какие? А, порох и картечь. Такая... Я думал, там, ну, обычно. Чё за там как-то? Словно бы есть, но словно бы его нет. Что обычный? Кого обычный? Да я не видел никогда такие... Как вы там назвали его? Да это мушкет. У меня был вулканик, но что-то когда я очнулся, никакого вулканика рядом не нашел. Был только енот, мягкий, пушистый. И то это было, я не, уже не помню когда, вчера или позавчера. И та собака угнала у меня мою бороду. Казалось, мы с ним подружились. Так, помы куда? Вниз? Да, он немножко уже напивался.
блин. Что? Да на Чилидзе. Чё делает? Давай лучше это потом. Что? Потом давай. Что тебе давать потом? Потом давай поспотим голову. Блять, по, мы уже из города выехали. А нам далеко еще? Ну ладно, давай потом. Сразу блять, а потом, чё, потом чё, это что, завтра? Получается. Пиздец. Блин, завтра я тоже не могу. Давай я тогда передам тебе. Да, да. Что ты мне передашь? Чё это? Ты хочешь, чтобы я туда один съездил? Да нет, вот вдвоём. Кто вдвоём? Вот ты и капитан Дав. Дов. Дов, да, Грег Дов. Так ты хотя бы скажи, что нам именно там нужно. Да там лагерь плавили. Ну там... Письмо зачитал? Ну, читал. Там, как написано было, неделя назад лагерь был. Его. То Миллила. Ну. Вот. Плавили там... Можешь чего найти. Там еще фотографии было. И вот это Калта. Короче, ты мне завтра все это на стол положишь. Я это все возьму. Если прям совсем не можешь, то так уж и быть, сам съезжу. Вместе с капитаном. Я завтра совсем не могу. И чего у тебя там? Чай? Нет. О, кстати, я бы отпил. А что у вас за чай? Зеленый? Я, кстати, не знаю, но чай у нас есть вроде бы. Вы церемонию устраиваете или так просто? Да нет, я его как-то священник покупал и что-то просто положил и все. Что ж, ну тогда разворачиваемся, господа. Ну получается. Это важные дела. Блин, мне, наверное, такую же шляпу нужно купить. Мы тогда практически будем из одного этого. Такую же вы вряд ли купите. Такая одна. Ну, подобно. Похожую хотя бы. Да. Твою мать. Тише, ну, тише. Они за нами хотя бы не пошли. Вот-вот. Хочешь помочь капитану с кораблем?
капитана с кораблем. Не знаю, вдруг он тебе как-нибудь это вернет домой, ага, на своем корабле. Да, я все спрашивал свои... у него вчера. Все свои планы отмени, Владимир. Так, и... нет особых прям сейчас каких-то планов, а корабль еще очень-очень не скоро. Не, ну если этот процесс ускорится, я был бы рад. И, конечно же, такую услугу неоценимую, да, я отменил бы остальные дела, и мы бы погнали по морям к Китаю. Китаем же. Были бы это... пораньше бы были бы, наверное, можно было бы у британцев отжать. Но пораньше 3 месяца я отходил от потери и... откровенно, я бухал. Ну, понимаю. Это же были такие потери. Ну, как бы корабль разбит, команда разбежалась, а ром был... Ну, я... Это... зима, холодно, я грелся. Мне казалось, команда остается до последней бутылки. Я тоже так хотел. Считать и думать. Еще не особо вечереет. Я не знаю, к чему мы развернулись. А у нас лопата вообще была? Мне, кстати, тоже понадобится, скорее всего, лопата и кирка. Ну, я, знаете, могильщик, у меня лопата всегда с собой. Ага. Она просто с другой стороны висит. А я понял. А вот кирка... Нет, у меня нет кирки. Если твердый грунт, там лопату жалко, может переломиться. Ну, поскольку здесь с этим проблем особо не было, я и не покупал. Ой. Тут скорее не с грунтом проблемы, а с деревом. В смысле, черенок? Или дерево, которое в грунте? Да, вон оно виднеется, такое большое. Позади, впереди, лево, право, куда смотреть? Вот прямо. Вон заборчик такой огромное-огромное дерево. Эй, и в чем проблема с ним? Ну, оно прямо на кладбище стоит. Место, знаете ли... уже все меньше и меньше. А корни... корни мешают. Так там уже топор, наверное, уже на ней... кирка и лопата. Там-то и дело. Там из земли это все сначала надо выкапывать, потом обрубать. Да и дерево потом может с это... того. Так в целом оно красивое. То, что дерево и природа придает бренных, ну как бы сплетаясь воедино, это не чудно ли? Ну да, вот именно. Надо так будет как-нибудь сказать, чтобы кладбище расширяли. А, ну... ну видите, забор-то уже, ну, как-то да. До самого забора уже. Могила. А поверху подхоранивают? Чего поверху? Ну, пока что еще нет. Ну, если кладбище не будут расширять, то походу придется. Ну, частенько так родные делают. Если место дополнительного рядом не купили, то они одного на другого. Mm-hmm.
Честно, мне такая практика не очень нравится. Что ж, ну тогда до конюшни и, видимо, обратно к себе. Как я и сказал, по завтра все оставишь. А вы, капитан, куда? Пока не знаю. Надо подумать, разобраться. Вспомнить, что там с той картой со своей. Что говоришь, по? Сейчас оставлю. Ну давай сейчас оставь. Там вон палаточный лагерь есть. Можете там отдохнуть, там место вроде бы всегда найдется. Ну и изредка в саму церковь пускают. Но я вчера. А там уж как повезет. Потому что этот священник предложил подработать немного. Прибраться, и в общем, пока я там допоздна возился с этим всем, поздно лег, поздно встал. Понятно. Понял. Я не понимаю. А, он здесь. Блин, а вот можно было бы и с аукциона лошадь взять. Ну, я вам имею в виду. Дешевле бы вышло. Ну, если бы кое-кто планы нормально бы продумывал. Ну, нет, сначала поедем, потом не поедем. Конечно. Даже у Райта лучше шпаги, чем у меня. Я слышал про это. Ну, от него же, от Брэндона слышал об этом. Там так, смотри, это пират. Это...
Так, Мо, запомни. Пират! Мо, это не пират. А кто? Это... капитан. Так это одно и то же. Нет, не обязательно, не обязательно. Капитан пиратского корабля, ну... Ну, смотри, ты знаешь, ты же видишь, иногда в порт приплывают корабли. Вот, там у этих кораблей тоже есть капитаны. Но они же не пираты, они доставляют еду пираты нам сюда. Тоже могут. Могут, но сюда, в Blackwater, мы их не пускаем. И приплывают только корабли с капитанами. Ну, с хорошими капитанами. Я... Ну что ж, капитан, я думаю, раз сегодня не получилось, вы завтра, ну, я так полагаю, вы всегда свободны. Да, да. Пока что ж, ну, тогда... Никаких дел не нашлось. Тогда завтра, я думаю, съездим туда. Вы мне скажите, мои глаза меня подводят или не подводят? И вообще, насколько они меня подводят? Пирс цел и насколько он цел? Ну, можно сказать, что бывало и лучше. А, то есть ему требуется ремонт? Ну, я так полагаю, там где-то еще месяц-два или месяц будут еще достраивать. Я пытаюсь подрядиться туда, я к этому тяну в виду. Кто там владелец? А. Сейчас я, к сожалению, не знаю, прошлый владелец умер. Это я уже слышал. Ну, с новым я не знаком. Вот так. Досадно. Попробуйте поспрашивать. Пока второй человек, по-моему, у кого я спросил это. Ну, я имею в виду, лучше прям там спросить, а не здесь. То как-то, не знаю, то... Как там вообще дела обстоят? Возможно, там и работу могут предложить по душе, так сказать. Там сначала немного там, может, поплавать. Мне особо далекие. Ну, можно попробовать. А на этом, я думаю, может быть, и вы думаете, на свой корабль. Да я не знаю, я так. Мало ли. За спрос, как говорится, не бьют. Ну да. А вы не хотели бы побороздить морями? Для начала мне нужно будет съездить во Флориду. А там уже как получится. А что там во Флориде? Мои друзья. А. Свадьба у них там. Да и нужно, так сказать, все новости передать. Ну, до Флориды проще железной дорогой, насколько я знаю. Да, возможно, и так. Вы, может, хотите послушать там этот аукцион? Может, хотите прикупить нового коня? Этот не так мог? Да нет. Мой, что ли? Ну да. Да нет, она вполне себе молодая. А. Я ее как бы недавно, можно сказать, приобрел. Да и тем более, она доказала, что это как бы мой конь. Спустя неделю или даже две. Я ее, в общем, потерял, на меня там в поле кошка напала. Ну, и лошадь вернулась. Не сразу, конечно, но вернулась же. Да, всем бы таких преданных друзей. Хотя бы даже среди так что... животных. Ну да.
Так что я думаю, оно выложить мне точно не нужно. Да и если я правильно помню, понимаю, то это лошади со скачек, а я их всех уже видел. А что за скачки? Да, там были какие-то скачки, там деньги, говорят, ставили. Тут я не знаю. Без понятия, как они вообще это проводили. Я же либо у себя на кладбище работаю, либо там, я не знаю, выхожу раз в пару раз. А подобные мероприятия меня просто не интересуют. Гробы кладить помощник не нужен? Или вы сами все? Да, в целом пока что сам. Когда вот бывают моменты, там, всякие там перестрелки, ограбления и так далее. Вот тогда, да, помощники бывают нужны. Мне там еще там дня три приходится как-то выравниваться. Ну, если что, обращайтесь. Я с деревом... Да, конечно. Умел. Ну, понятно, корабли-то. Да, да. Как бы, если продырявят корабль, чинить надо. Это если да. Капитан не знает своего корабля, то и что это за капитан? Бескорабельный. Увы, я сейчас таков, да, но я имел в виду, капитан, если не знает своего корабля, то... А, ну тогда дырявый. Как-то так, да. Скорее. Что ж, я тогда пойду к себе. Завтра, я надеюсь, мы... сразу найдемся, да. Да, я понял. Вас где можно найти? А ну вообще, я думал, еще поночевать у вас там в церкви. Очень уютно. А, ну тогда мы быстро найдемся. Просто платить за всякие отели, это, конечно, комфортно, но затратно. Ну, тоже верно. Я еще думал, там, возле стройки, коль уж я там иногда подрабатываю, они там рабочие вместе с ними. У них там, кстати, кофе есть. Оно мерзкий, но пить можно. Люблю кофе. Нет, я уж лучше в салоне его буду пить. А там бесплатно. За работу. А рабочие ходят. И они туда ничего не подмешивают? Нет. Это нам пытались настройки как-то в этот кофе. Ну, такой веселый кофе предложить. С ромом, что ли? Или типа там? Да, с чем-то там таким. А вы что, не любите пить? Там работа была. Такая, ну, как раз-таки вот с лошадями связанная, вроде как. Я не помню точно, когда это было, давно. Ну, я подумал просто, если выбирать между закрытым помещением, где ветер не дует, и палатками, где может задувать, то это лучше все же церковь. Ну, тоже верно. Что ж, ну, в таком случае завтра еще, я думаю, много чего обсудим. Так сказать, пока путь будем коротать. Может, хорошо вам остатка дня. А, ну да, тоже верно. Может, даже если там неподалеку, можем и в два места сразу. Ну, там не одно место. Насколько я понял, там их много. Ну, насколько я и помню, мы там с отцом вот эти карты разбирали. Ну, одну-то из них мы точно, наверное, сможем уж посетить. Надеюсь. И, к слову, вам же не нужен револьвер? Не знаю, у вас он есть? Я ими не пользовался. Я умею обращаться вот с мушкетами и пистолетами. Они продвинутее, чем револьвера. Вот с револьверами я их как-то обошел. Да, я просто... УПО вроде бы был один лишний. Ну, если он попробует меня ему обучить и
как он заряжается, чистится, разбирается и так далее. Ну, я бы хотя бы посмотрел на это все. Ну, как раз таки у него и спросите. Слушай, я пойду. Как я и сказал, хорошего остатка дня. Вам что, уже спать или что? Ну да. Мне желательно как-то проснуться пораньше, чтобы побольше работы сделать и потом выехать. Тогда всего доброго. Угу. Хоуп, Хоуп, что у вас там происходит? Ой. Это лошадь, пожалуйста, кстати, поднимайте руку. Ты не видишь, к сожалению, хоп. Твоих лошадь. Все в порядке. Слушай, ты как-то взбодрилась, я шевел. Видимо, да их солнышко. Да я пристрою, не переживай. Хорошо. Давай. Слушай, как-то... Это не хоп. По-моему, да. А, так, здорово. Так, я позаимствую. Чего? Быстрее, сын Калэм. Не, все. А девчонка зачем туда лезет? Ой. О, это вы. А, ладно. Квинт, привет. Что за сервер? Ну, взад вперед. Да что ж так? Не поймать его.
кстати, я пьянствуешь, у меня все закончилось, так что да. Надо пойти купить еще рома. И вообще посмотреть свои слабости все, которые я уже, наверное, подзабыл. Точно забыл, кое-что забыл. Это не Порт Ройл, это Порт Блэквотер. А прибыл я сюда карту искать и по карте сокровищ. Чтобы сколотить состояние на новый корабль. Да, можно и так. Можно морским термином. Я это присматривал в Сандыне один. Разящий? Ну, такое себе. Лучше что-нибудь побыстроходнее и посовременнее. Что-то, что можно назвать черной жемчужиной. Что-то очень редкое и быстрое. Джентльмен, который хотел скрестить шпаги. Я вообще бы это хотел спросить и вообще попросить секунду. Чу? Язык заплетается. Я выпил рому. А вы не хотите рому выпить? Салун закрыт, нет? А, так в общем, я хотел шпагу вашу на свою поменять. Как вы на это смотрите? Это не шпага, это меч. Без разницы. Клинок. Да. Ну, не знаю. А у вас что за шпага? Вот. Так это... Не. Это подарок. Не могу так. Надо получше друга узнать. Вот станем друзьями, возможно. Как тебя зовут? Я уже представлялся. Капитан Грег Двол. А, Бенджамин Райт, газета Блэквотера. Вы не видели вот эту девушку? Куда она направилась? Какая девушка? Я вообще вижу, тут все снуют взад-вперед, особенно вы. Да, мы ее ищем. Ну, полицейский участок надо попадать. Райт, ты видел, куда они проехали? Я уже проехал, там вообще ее не видно было. Что случилось? Пол, мистер Уолтон. Да вот этого большого, где меня культисты хотели поймать. Вы еще что-нибудь увидели у нее? У меня, по идее, она это должна быть именная, но... Ну, она помчалась, смотри, я тебе тут... Ну, она мне не нравится, я хотел ту шпагу. Тут, блядь... А где ты его вообще взял? А что случилось-то? Я понятия не имею, все бегают взад-вперед. А салон открыт? Уже закрыт. Досадно. А где? Ладно. Ну что? А где тот не совсем здравосмыслящий гражданин берет оружие у него за спиной? Ну вот видите, сейчас человек на лошади ускакал. А? Да, вот который сейчас был рядом, меня еще спрашивал. Вот у него оружие берут. И он вот этому оружие. Самому благонадежному, да? Гражданину выдает налево право. А? Скорее всего, может, это его винтовка старая, еще до этого города, не знаю. А так оружейник у нас вот он. Это который Джесси, что ли?
которого господин Ванцуй помогал из-под кабана доставать или что-то такое, из-под коня, я не помню. Не знаю, из-под кого, но Джесси, да, у нас вооружение. Так, ладно, я извиняюсь, мне надо спешить. Да. Всего хорошего. Всего доброго. Кстати, о реверансе, да, я все пытаюсь его успеть хоть кому-нибудь сделать, не могу. Где эта штука? Он так и называется? Ну да. Реверанс из седла, понятно. Нет, это что-то вообще невразумительное. Почему именно Дэвид Джонсом? Можно же этого... Как его? Барбоссу. Дэвид Джонс тут не получится, наверное, вообще никаким местом. Монетка? Тут монетка. Ой, это что, монетка? Что такое? My jaw sure taking its sweet time to heal. That's just the way it goes, I guess. Типа 12 песо или что вы хотите Калипсо отыграть? Как это отыграть? Кого ввести? Это что-то, я не знаю, это придется импровизировать как-то. Я пока не соображу даже. Что все взад вперед продолжают бегать? Эти кони так никому и не нужны. Я все, да, я. Блин, куда он полез? Ай!
Че попробую? Монетку, реверансом. Не то. Пальто. Что такое? Что за беды? О, вот так. Монетки. Служанка-то зачем бегает? Которая аптекарша, которая наша Шана. Что она за ними бегает, за Синклером? Человек. Да я спрашивал, просто что-то там, кажется, вот избили Хоуп. Угнали лошадей всего одного. Так, аккуратно, лошадь. А, хорошо. А, не, я не вам, я лошади. Да вы с лошадью разговариваете? Да так они понимают. Если бы не понимали, зачем бы мы вообще с ними дела имели? Они же понимают слово, но пошла... Ой. Пиздец, конечно. Можно и так сказать. Вы нашли эту... Вы видели эту женщину? Да, мы только стаю волков нашли. Ну ладно, так даже лучше. А что за какой-то скучный вечерок? Бегают все взад вперед, и никто ничего не говорит. А вы как кони. Вот я думаю. Ну, самое.
А сколько ты лет уже по этому миру бродишь? Я так-то не понимаю по лошадину. Ну да еще рому. А то я сколько выпил и совсем не пьяный. Салон закрыт. О, тот приятель у того офицера где-то раздобыл. Просто продолжают Насчет рома, да, я чтобы ром пить вместо бегать. Лошади отличный товар. А я не виноград. И не пират. О, надо что чуть-чуть. Ты ничего не видел. И не слышал. Ты меня понял? Ты тоже. Я на минутку внутрь своего сознания погружусь. Никому не убегать. Ой. Да ё-моё. Карандашик и блокнот. То я так и буду бродить, ничего не понимая и не вспоминая. Конверт. Конверт. Блокнот.
Да, я вырубал микро. И опять были помехи. Да, сюда. О, тут же можно почту взять. Ну что вы тут столпились? Расходитесь, тут ловить нечего. Тут скучно. Весь сыр-бор уже прошел. Что это за объект? Объект. Лампочки, я понял. А ты что тут грустишь? Не уходи. От меня что несет? Эх, дождик. Простите. Да? Вы же капитан Грег Доу, да? Да. Вы случайно не видели мистера Синклера? Синклера нет. Наверное, я даже не знаю, кто это. Меня ему не представили. Или его мне. Лейтенант полиции, ну. Синклер, Синклер. Спасибо вам. Подожди, Эмиль Синклер? Да, да. Они тут бегают все зад вперед. Я не знаю, может, возле конюшни. Он с какой-то мадам, похожей на служанку, бегал. Понял. Или она за ним. Вроде даже она за ним хвостиком. Хорошо, спасибо. Разве нет? Меня несёт алкоголь? Надо было спросить. Hello there. Hello. В смысле, проморгал вспышку. Кстати, да, он уже все выполнится, наверное. Блин, салон закрыт. Река открыта. Вечер, да? Невежливый какой. Чего тут мокнешь, скучаешь? Ну, бывай. Сегодня опять спит. Кстати, насчет напитка.
водичку. Наберу водичку. Водичка! Почему-то у меня вообще мачете, да? Не сабля. Ну да. Ой, а ему уже хреново. Надо проверить одну штуку. Ну, собственно, да. Есть. Оно работает. И отличный плавец. И ныряльщик. Так он не задыхается. В этом вся и соль, и суть.
кофе, читать книгу. Медитировать. Ой, не так, не то. О, нет, опять не так, неровно. Уже лучше. Оператор уполз. Иди. Конечно же нужно, чтоб горло не болело. Ой.
Так опять и FPS украли. Кто? Кто это, сволочь? Он начал пропадать. Где капитанская шапочка? Ого. Странный или он все-таки приятный, интересный? The damn government is taking people from their homes, messing with their minds, and turning them on their own family. Esto no es normal. Hey, что он хотел? Сигарет попал. Вы можете
идти курить и домой, точнее, идти курить. Сейчас дай посижу, покурю. Домой, иди быстро. Да что я такого сделал? Позвали домой, пожалуйста. Если не пойду. Окажешься в клетке третий раз подряд. За что? Не волнуйся, мы найдем за что. В смысле, это угроза? Ну, можешь считать это таковой угрозой. Успокойтесь, хватит. Я с этим не согласен. За что вы меня будете вязать? Успокойтесь оба. Повяжу, а причину найду, да? Это что за отношение к людям? Вы же офицер полиции. А вы неадекватный человек, вот и все. Тогда как? Сейчас я адекватный, могу сказать, что вы поступаете неправильно по отношению ко мне. А капитан на месте? Чтобы разобраться с этим. Пожалуйста, пойдем, ты хотел поговорить. Да, пойдемте. Капитан? Так вы же капитан. Так я капитан не полиции. А, я тоже капитан, кстати. Чего? Полиции улыбок. А. Тогда и как это работает? Вина. А? И как это работает? Ну, смотрите, мы дарим людям радость, вот. Кстати, они не расстраиваются, не совершают никакие преступления. То есть мы работаем с моральной частью населения, то есть в плане их эмоционального состояния. Вот. А полиция работает физически. Она наказывает, как сказать, людей, ну, кстати, за решетку или казнит их, вот. Но душу она их не лечит. Ну, а полиция улыбок это что, это как? Ну, вы... это помощь. Ну, давайте морально. Поговорим, вот какие у вас проблемы, да, какие у вас проблемы есть? Может, вас что-то не устраивает в жизни? Да, меня не устраивает мой утонувший корабль, вдребезги разбитый, и то, что команда разбежалась. Так, а вы не, ну, кстати, где вы разбились, можете сказать? Возле Аннесбурга, там паром, прям... самые, я не знаю, скалы при самом-самом въезде, когда река еще очень узкая. Тогда так, был шторм ночи, и, в общем, рифы, все. Ну, смотрите, я могу вам предложить помощь такую, например, да? Вы можете купить у нас рекламный блок и подать объявление о поиске своей команды, например. Мы их можем найти. Если они убежали, значит, они убежали. Надо набирать новую команду. И в любом случае мне на это нужны деньги. А чтобы найти деньги, мне нужно разобраться, что там я начертил на своих картах. У вас карты какие? Игральные? Нет. Морские? Ну, да, это эти. Так, а зачем вам нужна команда? Что вы хотите сделать? Какая ваша цель? Ну, как бы вернуть команду, встать на плавание и бороздить морями в поисках приключений, золота и вечной жизни. А зачем вам такие амбиции и тяга к большему? Зачем мне тяга к меньшему? Ну, потому что меньше, оно лучше. Оно настоящее. Насколько меньше? Я вас не совсем понимаю. Ну, смотрите, например, вы хотите что-то получить, да? Большое. А когда это получаете, теряете к этому всякий интерес. Но когда вы тянетесь к меньшему, это так. Нет, совершенно как нет. Вы говорили, как вы говорили, что это не так? У меня уже был корабль. И надо просто вернуть. И набрать новую команду. Даже такой весельчак, как вы, мог бы... пойти ко мне в команду и что-нибудь доделать, ну, на корабле. У меня уже есть работа, я работаю в газете. Вот. То есть я работаю в прессе и людей информирую о каких-то событиях. Для меня это, ну, самое важное сейчас. В прессе. А каким образом там работают? Ну, могу ли там, допустим, устроиться я работать? Да. Да ладно. И что я буду делать?
вы должны будете собирать информацию, то есть, ну, быть журналистом, например. Писать статьи и собирать информацию. Вот. Я пишу где-то, ну, у нас порядка выпуски там 5-6 статей. Вот. Мы, когда была миссис Моррисон, мой начальник, мы делили это, ну, грубо говоря, 3 на 3 или 2 на 3, да? То есть я писал там 3 статьи, она 2. Вот. И, кстати, отдавали в типографию, она уже печатала газету. Ага. У вас есть писательские навыки, вы можете, в принципе, ну, поговорить с нашим главным. Что такое писательские навыки? Это просто уметь писать? Да. Нет, уметь писать красиво, то есть подавать информацию. Ну, навыки журналиста, то есть освещать информацию объективно, неподкупно, вот. Боюсь, что навыков именно журналистства у меня нет. Давайте пройдемся погуляем. Давайте. У меня такой день хороший, знаете. Ну, он еще не начался, только начинается. Так, а какие у вас таланты вообще есть? Чем можете полезны? Умеете рисовать, например? Да. О, видите? То есть вы могли бы работать у нас художником. Я разбираюсь в картах, я умею их рисовать, я умею рисовать портреты, я умею рисовать пейзажи, дайте краски, я вам напишу красками пейзаж. Вот, смотрите, вы можете, как сказать, работать в том плане, что вы можете, например, я, ну, наша редакция заказывает у вас какой-то рисунок, да, вы его делаете и получаете деньги. Либо вы можете работать информатором, например, вы можете поставлять нам какую-то информацию, мы будем платить вам из счета редакции. Понимаете? Работа у нас, в принципе, ну, о событиях, которые происходят в городе, например. Я же не всегда могу быть в городе. А я являюсь событием. Ну, вы отдельно нет. Если бы со всей команды приехали, вот я слышал, что было нападение пиратов, тогда да. До меня тоже какие-то такие слухи, по-моему, доходили. Да. Так что, говорю, зависит от информации. Информация должна быть, ну, грубо говоря, масштабная, да, и охватывать, ну, события, которые влияют на большее количество людей. Если эти события очень маленькие, например, кошка родилась, то это в газету не пойдет и не будет интересно читателю. Так что, говорю, все зависит от вас. Вы просто мне подходите, говорите какую-то информацию, описываете ее. Я в зависимости от того, насколько цена этой информации, оплачиваю ваши услуги. Вы зарабатываете деньги, можете набрать команду, так сказать, купить себе корабль, вообще все, что хотите. Это настолько платят много, что могу купить себе корабль? Ну, это зависит от информации. Если она будет постоянно, корабль, то, конечно, будет не меньше, наверное, 200 тысяч. $200,000? Боюсь, как-то так, да. Если... Вы цифры с потолка берете, что ли? Нет, но это паровой, металлический, неоднопалубный, с мачтами. И жалование еще платить всем тем, кто будет на корабле. Как-то так. Слушайте. Провиант. Да? Слушайте. Я не знаю, хватит ли вам на корабль, но, кстати, на собственное пропитание, например, да, и на какие-то расходы, например, по типу оружия, да. Либо... А у меня, кстати, нету пуль про запас. И порох. Ну вот. Вы, кстати, можете купить то, что вы хотите. Да, в принципе, на такую мелочь вроде бы деньги имеются. Вот коня приобрел. Мистер Поп просил, чтобы выдвинуться там по делам. И резко их оборвал. А потом начался весь этот сыр-бор. И все начали взад-вперед снывать.
Так, а вообще, вот вы в городе давно, вы что-нибудь слышали вообще? Какие-то слухи, может? Вчера, сегодня. Что вы успели узнать за это время? Да не то чтобы много, про сам город. Порт раздолбанный, не знаю из-за чего даже. По-моему, требуется ремонт. Кстати, я бы мог... Кому обратиться? Что там происходит? Не знаю. Миля везут. Ой-ой-ой, что происходит? Так. Вот это моя работа. Сейчас пойду работать. А куда вы деваете шпагу и ваш карабин? Ой, мужики, помогайте тащить. Давайте, давайте. Анджелина, отойдите. Я вам не скажу, конечно, кто этот неприличный. Капитан, давайте, помогите. Я могу светить. С другой стороны. Ну, светить тогда впереди. Вот, я тогда развернусь сейчас это. Ну, раз вы под руки взяли, я тогда ноги возьму. А что с ним произошло? Эми? Он же только что на ногах ходил. И в форме, а теперь без формы. Его звал поговорить с ним Джозеф. И после этого мистер Синклер нашли порту до сознания. Одноглазый парнишка, афроамериканец. Не пахнет особо. Ты Джозеф его ударил, получается? Похоже, он еще и обчистил на форму его. Джозеф, кстати, неприязнь к полиции просто. Что это за Джозеф вообще? Парнишка ходит с одним глазом. Вы уже сказали, что черненький, ну ладно. Смуглый. Бедный-бедный Эмиль, ух. Темненький, ладно. Ну да, у него темные волосы. Да, он сказал, что собирается уезжать. Возможно, это как-то связано. Видимо, он решил себе устроить счастливую поездку, напав на офицера полиции. Скрыться, да. Чтоб не вернуться уже окончательно. Слушайте, мадам, я, конечно, все понимаю, но... Ладно, он офицер, он пусть сам разбирается, кто на него напал. Я знаю. Поищите лучше этого Джозефа по городу, может, где-то здесь вообще, может... Может, и не он был вообще. Сначала неизвестно, понимаю, что нет. Такие, сейчас я его внесу я и... Я знаю, просто последний раз он действительно его звал на разговор, и потом так они не вернулись. Буквально минуту назад они стояли у бакалейки и просили, да, диалог. Вот именно, все свидетели. Во. Ну там дальше разберемся. Я в порт пойду обратно, не дежурю. А вы из порта, а там, говорят, был какой-то... Не знаю, что он, в общем, он не в самом лучшем состоянии, ему бы требовался ремонт. Ну, видали, эту половину офиса нету, пока не восстановили. А кому подрядиться по поводу ремонта? Вы его ремонтировать хотите? А ну, почему слушайте, нет? Сейчас ну, это... не раздолбанным же ему стоять. Ну, там мэри должна была деньги выделить, я понятия не имею, выделили, не выделили. Ну, вообще не мое дело. Этот мистер Найт его купил. Порт-то этот. Ага. Там вот ну, девчонки шарте должен был перейти, он но она то это. Половину города уже. Богатенький имеет. Человек. Ну, там очень много кто. Так пошился, что-то пытались город, не город взять, а он все просто покупал и покупал. Ну, человек делал, понимаете. Угу. И вам здрасте, мистер Рай. Я пойду работать, вы извините меня. Ну, хорошо. Надо. Все хорошее, господа. Дружи. Капитан, пойдемте поспрашиваем людей в городе. Не видели они паренька по имени Джозеф, хорошо? Ну, мы с вами его последним видели, а так вряд ли мы его найдем. Ну, смотрите, я могу спросить. Вот, смотрите, джентльмен стоит. Может, он видел? Делаю навскидку вывод из того, что мистера Синклера ограбили там возле мэрии. То паренек мистер. Будет где-то. Да. В той стороне. Хотя нет, даже скорее вон туда.
А вы так внезапно замолкли? У меня что-то не так? А, нет, я просто спрашивал человека. Пальто у вас великолепно, но вы бы его одели. Точно. А то холодно уже. И... Все-таки весна еще, думаю. Где-то. Я сам видел, Так, спросим еще. Да, сам. А вы не видели? Мальца маленький такой, ниже меня, на две головы и с одним глазом. Весь в темном, в шоколадном, нет? И пальто, и... ну ладно. Какой там пилинг? Ну да, понял. Конечно, такое осуждают. Осуждаю зеленку, как Грег говорит. Так ударать пропал. Интересно, пальто нормально отображается? Нет. И как это исправить? Значит, нужно пальто, как у мистера Райта. Вы тут не видели низенького паренька с одним глазом? Ну и ладно. Я слышу тебя, Варюшка. Ага, попался? У вас тут двое. Что вы тут делаете, Варюшки? Блин, опять FPS. Что с ним не так? Как его лечить? Может перезапуститься? Съесть енота? Или FPS-а? Да ну блин, еноты милые, я не хочу вредить енотам. Пусть они, да, наделали пакость. Но это пакость условная. Ой! Кстати, забыл.
такую штуку, что надо чаще делать вот так. Не видели? Да. Что? Нет, нет, не попадался. И люди ничего не говорили. Это странная история. Кол даже невероятно. Может, патрули что-то видели? А это должно быть, скорее всего, да. Особенно мистер Синклер. Он же должен был, наверное, понимать, о чем должна идти речь. Или что-то там вроде того. А где патрули тут? А? Джесси, ты не видел Джозефа? Такой паренек темнокожий, одноглазый. Да, я в курсе. Я могу ошибаться, но, возможно, я видел, как он носился галопом по аэропорту. Ага, понял. Приехал тогда. Если хотите, можете присоединиться. Куда, куда? Искать Джозефа на равнинах Блэквотера. Пау. За это платят? Нет. Это моя личная инициатива. А. Ну, не ходить, как ходить, можете, кстати. А я не знаю, я думаю пока. Я и не то чтобы против, но и не то чтобы за. Тогда стойте на месте. Это будет совсем глупым занятием. Ну, если вы не за, не против, то лучше ничего не делать тогда. Я иду и думаю. А.
палки. Ты поедешь? Ну, в принципе, можно. Почему нет? Только я одному тоже боюсь ехать. Надо еще кого позвать. Останется. Может, чего интересного вспомню. Положите курс. Так я даже совсем не понимаю, какие равнины. Равнин тут? А, ну вот там вот, мне кажется, равнины. Просто осмотреть местность около Блэквотера. А, ну я понял, предположу. Куда я предполагал, в общем. Где этот паренек? Мистер Райт, а вы не... Вы не подскажете, где брать лассо? Оружейник, либо... Оружейник. В лагере бродячих торговцев. Лассо же не оружие. Почему оно должно быть у оружейника? А я не знаю, мне кажется... Я просто подумал, что у меня, вот, когда я видел лассо, меня всегда связывали. Так что для меня это оружие. Или кого? Меня? Меня связывали. А. Очень часто. Молодец. Я! Вы же капитан. А, да. Капитан должен быть бинокль. Пока нет. И попугай. Нет. Попугай. Попугай вы уже нашли. Я, увы, не вижу попугаев. Если вы их не видите, значит, что они не рядом с вами. Боюсь, ваша инициатива не увенчается успехом. Скорее всего, паренек был с кем-то в сговоре, может быть, с теми людьми, которые там коней гнали. Какой хороший парень был, ну что, я не верю, что он... Он вчера был очень поникший. Ладно, поехали обратно. Скорее всего, просим. Он был вчера очень поникший и собирался куда-то там домой. У Пола Линча, я думаю, можно спросить. Он с ним разговаривал больше. Да, но Пол уже спать, наверное, пошел. Ага. Я всю ночь не спал.
Он-то милый, но куда подевалась моё FPS, кто их ворует? Ты, когда она уже успела? Или нет? А вы когда уже успели обзавестись тростью? Что с вами приключилось? Ногу подвернула. Кстати, вы не знаете, Эмиль, где можно прикупить лосо? Вот меня капитан спрашивает. Я ничего сейчас не знаю. У него город храм на головы. Сейчас нужен ему покой, пусть отсыпается. А вы девушка, Эмиль? Антон вчера говорил, что у него нету. Вы за ним хвостиком по пятам ходите. Чего? Лучше следите за своими словами, капитан. А что я не так сказал? Я его вижу четвертый или третий день. Я думаю, вы с ним постоянно ходите. Пойдемте в лагерь, возможно, там лосо будет. Сейчас я меня тут привяжу. Куники, куники. Трайты у вас там. Я хочу переодеться. Доброе утро. А чё, Эмиль смеётся, я чё-то не понял. Там ничего нету. Пойдёмте. Да сам. Возможно, бакалейный. Вы там смотрели? Там точно нет. Ты правда у Мили девушка появилась? Так и наверное. Он вчера не сознавался, а сегодня вот. А сегодня не сознался. Ну, слушай, да, видишь, они шли к нему домой, а сейчас и идут уже в другое место. У них свидание, наверное. По, можешь подсказать, пожалуйста, одну вещь? Где купить лассо? Где купить лосо? Вот капитан интересуется. Вот это да. Вот, сходи с попока. Ловко это она. У меня аж поплохело. Я почти увернулся. Но рука будет болеть. Так, а где купить лосо-то? Сейчас. Ну, у тебя лица нет, устал? Мне? Да. Вообще-то обидно. Ну, в смысле? Это не значит, что... Ну, извини. Я не хотел. Да ничего. У вас все в порядке? У меня да. Ага. Вообще супер. Мне надо в редакцию занести.
Да, ну неприятность Все? Такая. Ну да. Couple days. Подает. Добрый день. О, так у него тут и лопаты. Ну да, тут все есть. Как это? Ну. Мне 7 центов не хватает. Могу я взять в долг? В долг? Ну да. С процентами 10 центов. Ну ладно. Держи. Благодарю. Дайте одну. Я думаю, она мне пригодится. Еще не раз. Благодарю. Все? Угу. По поводу работы в почте и там еще этот клад или что-то там еще. Конь так теперь есть. Насчет клада. Это не клад, там лагерь был. Это все, все, что у меня было, я Глейвсу передал. А. Если что, завтра можете с ним. А у вас пропал ТС? Да у меня и не было. А. Нет, ну просто тот человек мне помогал найти сестру, вот который мне эти все прислал. А с сестрой я уже в скором времени встречусь, поэтому мне помогать ему смысла нету. Но там зал залаба как тот платит, человек, который карту эту подсунул. Да, да. Письмо прислал потом. Это какой-то человек, который потом будет стрясать эти долги с мистера Грейвза. Да нет. Просто надо проверить. Это его награда или что там? Просто проверить? Нет, нет. Я не знаю, чего там. А? Получается как? Надо проверить. Посмотреть, что там есть. И еще отчет ему написать. А. Ну, письмо. То есть это получается, мистер Грейв все сам будет делать? Ну, письмо пересылать, наверное, через меня надо будет. Ну как, все закручено. Сразу говорю, он платит нормально. Я опрос когда делал, он $35 заплатил. Еще, когда легенды он платил, какие-нибудь местные, тоже $35 заплатил. Здесь, я думаю, побольше заплатит. Это мистер Райт или кто? Что? Чего? Звучит словно бы какие-то сведения для газеты. Нет. Легенды и прочее, нет? После этого еще был случай. Там посложнее было. Чуть человек не умер. О. И что это был за случай? Да там книжку надо было. Одну. Забрать. И передать уже этому мистеру Селдону.
Но те люди не хотели передавать эту книжку. То есть книжку пришлось с боем брать? Угу. Но здесь, я думаю, не так уж сложно будет, потому что он как в письме писал, то что либо меня, если не можете сами, то можете кого-нибудь другого этот попросить. Скорее всего, он уже может, наверное, этот. А что за суета тут была с конями? И куда, кстати, кони делись? Кони в этот завели. В конюшню. Как я понял, одного коня уклали. Всего одного? Тут за ними не было присмотра. Могли угнать хоть всех. Да на коней вообще наслать. Ну я заметил. А потом паренек, что вчера с Полом Линчем одноглазый говорил, который, говорит, недавно его лишился, он... Чего? Устроил саботаж на мистера Синклера, как я понял, возле ратуши. За что? Я не понимаю, но потом мистер Синклер оказался без формы. Чего? Ну, минуту назад этот паренек, имя я забыл его, но он одноглазый, ниже вас ростом даже. Во всем коричневом ходит. У вас не нашелся даже. И, в общем, он искал Синклера. Тоже? Да. Искал Синклера, когда они пересеклись, он его куда-то отозвал в сторону ратуши, и там уже... Тащили бездыханное тело Синклера мистера, но благо ему помогли и привели в порядок. Вон та леди, что вы сейчас без увидели. Без формы? Да, уже без формы. Без одежды, в смысле? Вообще голый. Ну, как в подобных вот как у вас, просто я не знаю, что это. Пиджак. Но до этого он был при форме офицеров. Что-то тут неладно, смекаешь, да? Да. Мне показали. Могу показать и вам. Вы меня связать хотите? Зачем? Ну, чтобы показать. Водолу стоит. Да. Надо как-то выбраться, знаете, и поиграть, знаете, такую игру, как «Поймай скот». Вот кто больше лосо накинет на скот, количество голов, тот и выиграл. В принципе, меня... интересно, я бы присоединился. Вот, у меня в детстве, кстати, мы таким занимались. Мне кажется, вас вот-вот ваш конь угостит оплеухой. Апельсин хороший. Апельсин? Знаете, к животным нужен подход, их нужно понять. Вот видите, все. Я его понял, пожалел, и он успокоился. Так и с людьми работает. Видите, какого человека грустного на улице? Ну, обнимите его. Скажите ему, что все будет хорошо. Он сразу успокоится. Ладно, извините, капитан. А что? Что? А чем булка? Не знаю, просто сдобная какая-то продавали в этом. Она сладкая? Вроде бы. С сахаром? Топлёным? Ой. Я пойду домой кушать. Очень вкусно. Не надо, не хватит так вкусно чавкать. Не надо. Всё доброго, я отдыхаю. Не надо, всё, я убегаю. До свидания. Да, блин.
Ладно. Друже, вы не знаете, где здесь раздобыть ром? Досадно. Салон вроде опять закрыт. Ну что с этим салоном не так? Почему он всегда закрыт? Все разбежались, что ли? Where'd you get that get up? Блин, нужны деньги. Да. Как-то он криво-косо работает.
как его остальные видят, интересно? Так же плохо. Да, я тоже думал, надо настройку пойти. Там и кофеечек есть, и можно денежку взять. Шляпу оставлю. Вообще можно заработать немножко денег, и там, где я видел золото, попробовать намыть его. Дайте кофе. А еще верните мне FPS. Наверное, надо перезагрузить компьютер после этого всего. РП. Пузырек этот. Не тут, а что там?
Наверное, надо заканчивать просто стрим, потому что никого нет. Ничего интересного и тут не будет. Уютненько. Ходить, колотить. На крыше, что ли? Ну да. Да, вместо ратуши здесь возвести галеон трехпалубный, трехмачтовый. Где тут эта поза? Блин. Я не помню, как она. Не то. О, кто-то еще живой. Кто-то живой. И все, и там скрылись, да? О! Сработала, ушла. А, не, не совсем. Я должен найти эту анимацию. Где она?
Он должен ногу ставить вперед и стоять. Я вроде кармана так делал. Сейчас я на минутку отбегу. Руби шкоты, отдать швартовы. Всем по местам. Вперед. Не так. Так, слушать мою команду. Руби шкоты. Всем вперед. Ладно. Что-то я все. Сдулся.
падать, аж вот туда падать надо было. Я не знаю, как это называется. Все нормально, так и было задумано. Там что ли опять наверху? Он вообще не просто так падает, он не может долго нормально ходить, поэтому он периодически спотыкается и падает. Это было больно. Блин, я вот это вот хотел пожать плечами, когда Райт убегал. Не, ну я не знаю. Я же этого не говорил вроде нигде, что он должен спотыкаться. Может, я словно придурок над ним издеваюсь, что он падает. Some people sure is stupid. Thank you.
Давай уже доколачивай. Такой ливень, что не стоит продолжать. Надо у костра греться. Джесси, почему? Потому что в палатке? Это не моя палатка. Я здесь стою, отдыхаю. Меня же отсюда погонят, если я не буду работать. Какой сегодня день? Да уже давно такое ощущение, что все закончили. Когда Райт уже уходил, тогда было ощущение, что все закончили. FPS тоже на сегодня закончил. Гадёныш. Где он мне тут? И оно не выскакивает. Да не, я же обещал этому Рейнсу, что я буду в церкви, и мне проще будет с ним там пересечься, поэтому не в палатке я буду.
почти. Но тоже неплохо. Вот как надо было с Райтом фехтовать. Ну почти. Что-то пошло не так. Что? Не понимаю. По-гвардейски оно вообще никак не так. Блин, опять оно уходит в плечо. Еще одна руки в боки была. Ходить руки в боки. О, нет, не ходят. Или у меня поломалось все. А, ну да. Одна не закончилась, а другая осталась. Да не ходите, это он словно что-то несет.
Нет, оно не залипло. Я просто проверяю цикличность. А? Куда он уводил? Куда-то дел. Тек, не то, не так. Да, уже пора забирать шляпу в церкви. Нет. И... А можно меня послушать? Вот, да. Ну, галеон галеоном, но даже галеон уже старая рухлядь. Ему нужны быстроходный корабль. Да это мой там бушует.
Тебя выпустите. Не выпускает. Нет. You know, you look like a plain fool. Hey, you chuckleheaded or something? Не понял, что ему надо. Так, мне очень не нравится, как он тут стоит там. Он идет сюда на меня. Нет. Да, ну, получается так. Много собаков. Что-то их слишком много. Здравствуйте. Вот это да. Неожиданно. Прихожане. Well, я только спросить. Hello there.
У вас же тут можно, да, как и в тот раз задел. Угу. Я вас понял. А тут был выход. Блин. Вот. Ну, привет. Левых мышей ловишь? Ой, какой жирный. Тебе пузырек. Добрых снов, да. Он сейчас тоже пойдет спать, и я тоже. Блин, я пузырек пропустил. А, ну не мудрено.
достаточно. Нет, ладно. Snake, what bit Beth? Must have been poison. Doctor had to take the whole arm. Damn. Sir? How do you do? Так, я сделал все, что мог. I heard that outlaw was screaming and hollering for the priest when they strung him up. Ain't the first time.